Вместо аудитории – городской парк и зеленая лужайка вместо парты. Мы с вами находимся на лекции уличного университета. Такие занятия давно проводятся по всему миру, а вот в Запорожье сегодня проходят впервые. Необычный проект одновременно стартовал в 20 городах Украины. В Запорожье местом уличного университета стал городской парк «Дубовая роща». Студенты расположились прямо на траве, неформально выглядят и лекторы. Неформальное образование на свежем воздухе, оно несет очень много позитива, очень много плюсовых моментов. Во-первых, на свежем воздухе, во-вторых, такое общение, эта команда, чаще всего люди между собой не знакомы, люди знакомятся, находят новые контакты, новые знакомства, это позитивное общение. Плюс новая интересная информация, которую как бы доносят лекторы. Первую лекцию посвятили медиаграмотности. Этот вопрос сегодня один из наиболее актуальных в обществе, уверены организаторы уличного университета. Мы распространяем идею о том, как бороться с фейковой информацией, с ненастоящей информацией, потому что сейчас это актуально в нашей стране, сейчас то, что происходит, да и в принципе все, что происходит везде и всегда, это непосредственно связано с информацией. Нам надо уметь ее фильтровать и что-то с этим делать, правильно передавать информацию, получать информацию. Послушать лекцию собрались студенты и старшеклассники. Вадим – абитуриент, готовится поступать в Запорожский национальный университет. Говорит, такие знания для него лишними не будут. Я сюда пришел спонтанно, и даже меня не предупредили, что здесь что-то будет подобное. Это выходные, и я хотел бы их провести как можно более интересно. В отличие от Вадима, который на занятия попал случайно, Ангелина пришла в Дубовую рощу специально на лекцию. Тема лекции – это основа медиаграмотности. Я думаю, это довольно-таки современная, интересная тема. Я увлекаюсь журналистикой, и я думаю, я найду что-нибудь интересное сегодня для себя. Занятия проходят в неформальной обстановке. Ребята не просто слушают, но также выполняют различные задания и активно участвуют в обсуждении темы. Такие лекции организаторы уличного университета обещают проводить в Запорожье раз в 2-3 недели. В качестве лекторов планируют приглашать известных и успешных людей. Елена Назаренко, Олег Мовчанюк, ТВ5.